течение утона. Уже не встретиться с тобой, но что-то крепче нас. Поздравляю вас всех с нашей чудесной питерской осенью, которая все никак не наступит, и это очень, по-моему, хорошо. Я сегодня ехал сюда в такси, и таксист такой говорит мне, с ностальгией, с такой: «Хорошая была прошлая зима». Я говорю: «В смысле?» Он говорит: «Ты знаешь, я из Ташкента». Я говорю: «А я из Магадана. У меня была очень плохая прошлая зима. Мне больше минус 30, не хочу. Не хочу».
Я и здесь не хочу минус 30. Здесь есть один товарищ, который сказал очень неприятную фразу. Я обычно этого не говорю. Но он мне сказал после какой-то из песен сегодня, он мне сказал: «Иди лечись!» Я надеюсь, что ты мальчик мой дорогой, Бог тебя простит. Потому что это был мальчик. Девочки такого не говорят.